начинался расчет. Проходя мимо одной колонны, по 5 человек, 20 рядов. Одна бабушка, тетушка Тамара, говорит: а мы двое были, а вы бы не могли постоять здесь. А я говорю: а что такое? Да надо, чтоб 100 человек было, сейчас пересчет будет. А у нас удрало 7 человек, если они сейчас не придут, эти 100 человек не получат деньги. Толечек, разрешите я поцелую? Я встал и стоял. Рядом со мной стоял молодой человек. Я ему сказал: откуда ты? Он говорит: как откуда? Ну, я говорю, вы откуда, с какого города? С Киева.